Я вижу вот партия «Сила и честь» Игоря Смешка. Да, значит, действительно, вижу вот этот тандем, может быть, Зеленский президент, Смешко премьер-министр Украины. Вижу эту политическую силу в качестве возможного фундамента, да, вот вокруг которого можно строить коалицию. Вижу этого человека, его профессиональные качества, его опыт. Немного у нас людей в Украине, поверьте, кто сегодня способен взять на себя ответственность, да, за всю экономику, за все правительство, за борьбу с коррупцией, за здраво и так далее, и так далее. Но нужен опытный, жесткий человек со своими правилами и так далее. Поэтому я бы вот видел вот такую конфигурацию. Кстати, меня сегодня кто-то спросил, а вот, мол, даже так, шутя спросили, а почему не Гриценко, а Смешко? Вроде же, да, офицеры и так далее. Но я тоже шутя ответил, что полковник Гриценко много лет уже со своей политической силой в парламенте, во власти, министром обороны был и так далее. Может быть, надо как-то и уйти на заслуженный хотя бы политический отдых. Это первое. А второе, Гриценко все-таки полковник, а Смешко генерал. И первый атташе он в Америке. В общем, вот давайте так, чтобы я сейчас не занимался агитацией. Я вот обрисовал свое видение, свою конфигурацию будущего парламента. Страна очень в сложной экономической ситуации. Очень сложная экономическая ситуация.